Всем привет! Сегодня 16 июня, Московская область, и хочу показать, что растет в теплице и возле теплицы. Коротко о погоде в Московской области. Последние два дня похолодало, плюс 18, плюс 20 днем. Ночью, допустим, вчера вечером, часиков так в 9 я уже одела теплую куртку. Было максимум 10 градусов тепла. А до этого недели, наверное, 2 или 3 была жуткая жара, плюс 35, а то и выше, и не было ни капельки дождя. Но вот позавчера прошел хороший дождь, и вот эти два дня пасмурно, вот сегодня вышло солнышко. Так, это моя стеклянная теплица, здесь две грядки перца и одна грядка огурцов. По сортам я не буду здесь описание делать, но перцы хорошо завязались. Я уже по сортам делаю всегда в конце сезона обзор и рассказываю уже там подробно. Вот такие перчинки. Это вот, допустим, это сорт Леся. Смотрите, как он красивый. Он будет такой ярко-ярко насыщенный красный, даже темно-красный цвет. Очень хорошие о нем были отзывы, что он сладкий. Видите, как он декоративный, очень красивый. У меня здесь около 8 сортов, поэтому это сорт гиганта Росса. Смотрите, какие перцы он завязал. Крупный, это крупноплодный такой. Здесь перчинки. А здесь пятнышки коричневые, это я поливала гуматом калия. Это яблочный спас. Вы тоже видите, он вот так облепленный куст. Это вот гумат калия остался. Вчера буквально проливала. Это тоже. Ну, перчинки завязались неплохо. Ну, если сравнить с прошлым годом, в прошлом году было намного лучше. Что у меня здесь еще? Салат растет. Вот. Поливаю перцы я примерно каждые 2-3 дня. В жару, когда была жара, я поливала через день, потому что в теплице температура была, ну, если на улице было больше 35, представляете, какая температура была в теплице. Также у меня здесь стены и потолок закрыт агроволокном, это 17-я плотность. Очень удобный вариант, я до сих пор его не снимаю, ничего не горит. И за счет него, конечно, температура снижается, причем очень даже хорошо. У меня здесь лук растет, это огурцы. Если можно видеть, что огурцы разной высоты, эти вот поменьше, а там повыше. Почему? Потому что они сажались все одновременно, но вот эти три куста, я уже их опустила и сложила в виде кольца и присыпала землей. А остальные так у меня и растут, вот такие же высокие. Огурцы снимаю каждые 2 дня. Хорошо, это гибрид СВ. Замечательный, горечь нет, генетически уже заложена. Смотрите, какая у него завязываемость. И не теряет огурчики. Вот он как раз на кольцо опущенный. Этот огурец я не опускала тоже, это СВ. Вот такие огурчики. Каждые 2 дня снимаю вот такие, не даю перерастать. Они, в принципе, знаете, особо и не перерастают. Вот тоже, видите, уже надо снимать. Сегодня буду делать салат. Замечательный огурец. Вот так он. Гибрид отличный, мне понравился. Он стоит своих денег, он не дешевый. Здесь у меня 2 куста посажено аллигатор. Смотрите, какие отличные огурчики. Я снимаю их вот в таком размере. Конечно, не каждые 2 дня, а каждые 3-4 дня даю вырастать вот до такой длины и снимаю. Вот еще чуть-чуть подрастет, и я завтра его сниму. Это польские семена. Это мне зритель присылала из Польши. Вот такие огурчики. Тоже хорошие, мне понравились они. Крупнобугорчатые, колючие. Вкусные, не горчат, отлично. Но сказать, что у них прямо их здесь полным-полно, нет, завязываемость у него средняя. Но тоже вроде бы написано, что гибрид. Ну, тоже есть везде, видите, огурчики, огурчики. Вот.
Нижние листы я обрывала, ну, потом уже пустила и пошли пасынки. Огурцы, знаете, может быть, и нарастали бы больше, но вот последние две ночи опять холодные. Ужасно холодные. Теплицу я два дня закрываю. Когда было жарко, я теплицу не закрывала вообще. Растет у меня еще люфа. Помните, я сажала тоже рассады на огуречной грядке. Вот такая уже выросла лиана. Не цветет почему-то, я не знаю. Хотя вот на улице в прошлом году она маленькая уже цвела. Буду убирать ее отсюда. Почему? Потому что какое-то заболевание началось на листах. Смотрите, появляются вот такие точки. Мне вообще это не нравится. Я не хочу в теплице никаких болячек, потому что у меня теплицы чистые. И никаких заболеваний здесь у меня не было. И не хочу я потом теплицу здесь мыть всякой химией, потому что я не использую ее. Вот. Поэтому я решила расстаться с этой лианой. Не нужна она мне. Что самое интересное, вот если вы заметите, то здесь муравьи просто пешком ходят. Именно по люфе. В теплице нет муравейника, нет муравьев, потому что они, их нет ни на огурцах, ни на перцах, ни тутли. Но они ходят по люфе, как не знаю, пешком просто. Смотрите, сколько их. Вот. И что бы я ни делала, они все равно ходят по ней. Но тли нет, что самое интересное. В общем, буду ее убирать сегодня же. Я прорастила семена огурцов здесь. Они уже проклюнулись. Вот. Я просто сюда семенами заложу огурцы и все. Не хочу никаких болячек у себя в теплице. Потом с теплицы вообще ничего не выведешь. За огурцами у меня уход простой. Один раз в два дня я поливаю. Один раз в два дня собираю урожай. Один раз в неделю проливаю зеленым удобрением. Готовлю здесь 20-литровое ведро. Вполне хватает на все огурцы. И также один раз в неделю проливаю гуматом калия. Вот эти две подкормки, гумат калия и зеленое удобрение, я делаю их отдельно друг от друга. И сегодня я буду обрабатывать огурцы гомаиром. Это биобактерицид. Очень хорош от пятнистостей, от пироноспороза, от серой гнили, от корневых гнили. И применять буду для огурцов закрытого и открытого грунта. То есть в теплице, и у меня еще есть огурцы в открытом грунте. Я сейчас их покажу. Гомаир я развожу одну таблетку на 1,5 литра воды и обрабатываю по листу. Вообще, это я так делаю, мой способ. Здесь есть внутри коробки инструкции, там все четко написано, что и как нужно обрабатывать. Теплицы я проливаю в основном вечером, потому что есть только такая возможность. И наливаю в лейку с распылителем теплой воды, которая у меня греется в бочках, и прохожусь по головам. И огурцы поливаю, и перцы. Создаю здесь влажность, потому что чем суше теплица, тем больше вероятность, что заведется паутинный клещ. Страшное дело, у меня его нет, слава богу, поэтому я вот стараюсь, чтобы он у меня и не завелся. Еще в течение дня, вот когда была жара, я ставила в ведрах здесь воды прямо в проходах. В жару поливала не только грядки, но еще и хорошо заливала проходы. Перцы тоже ничего сложного у меня нет. До этого поливала зеленым удобрением, когда еще не было перчиков. Сейчас перцы завязались хорошо. Проливаю вот раствором гумата калия, чтобы плоды хорошо завязывались. Вот и весь уход у меня. Вот так в теплице. И сейчас еще покажу, что растет возле теплицы, потому что сажаю все компактно, чтобы было удобно мне поливать, так как я человек работающий и приезжаю сюда после работы заниматься растениями. Мне нужно, чтобы было все удобно. Здесь у меня растет горошек. Я сделала такую грядку высокую. Здесь распорка, чтобы он плелся. Горошек это высокорослый орегонский гигант. Он должен быть до 2 метров. Ну, в принципе, неплохо пошел. Здесь кашпо у меня висит. Давайте уже с этой стороны пришла, буду показывать. Это однолетние георгинки высадила. Здесь огурцы открытого грунта. Это НК мини. Специальные огурцы для открытого грунта. Высадила их дня, наверное, 3 или 4 назад.
рассады прям маленькими, еще в семидольках. Ну, вроде бы ничего, пошли. Все подкормки, как и в теплицах. Там поливаю, подкармливаю, значит, и здесь делаю то же самое. Тоже прикрыла соломой. Слой небольшой, потому что соломы у меня мало. Здесь картофель растет в мягких контейнерах. Хорошо пошел. Смотрите, хорошо чистенький листик. Земля здесь еще голая, потому что солома закончилась. А надо будет накосить травы. Я сюда ее подсушу и заложу, чтобы земля была закрыта. Видите? Здесь у меня вообще в кастрюле в дырявой посажено. Почему сажаю? Посадила так просто, знаете, как на раннюю продукцию. И плюс, конечно, некому ухаживать, чтобы вот так посадить поле. Это нужен уход, а ухаживать некому. Поэтому решила вот мягкий контейнер попробовать. Первый год это пробую. Вот. Довольно-таки неплохо растет, и уход вообще минимальный. Сейчас травы заложу сюда сухой, вот и все. Не окучивать не надо, ни трава не растет, замечательно. И здесь у меня грядка капусты. Разная капуста, и брокколи, и ранняя, и среднепоздняя, и и цветная капуста. По названиям ничего не подписывала, потому что у меня все по одному сорту, поэтому я с капустой даже не заморачиваюсь, семена все равно не собираю. Здесь у меня еще и календула помимо травы растет, и земляника там возле теплицы. В общем, как-то так. Здесь петунья вырастила сама. Такая все красивая. Все ставила возле теплиц. Все на территории огорода у меня, все кашпо с цветами, потому что хотела поставить все возле дома. Но так как дом строится, идет стройка, поэтому они там мешались. В общем, решила, чтобы любоваться красотой, буду ставить все прямо возле теплиц. Здесь повесила в кашпо лобелию здесь, чтобы любоваться. Это не плетистая, это такая кустовая лобелия. Все цветы выращивала сама, ни один цветок не покупала, потому что мне этого достаточно. Уход они требуют большой, тем более цветы, которые в кашпо, их надо поливать каждый день, а какая у нас была жара, вообще надо было, наверное, раза два или три в день поливать. Это горошек также на высокую грядку подняла. Сорт капуцинес, он тоже, по идее, высокорослый, до 2 метров. Очень удобно ухаживать, не зарастает травой, и можно покосить. В общем, грядка великолепная. Это черенковала пеларгонию. Смотрите, какой цвет красивый. Зацвела. Бархатцы низкорослые сеяла. Это тоже цветочки петунии. Хорошо растет. Розовая, это махровая. Это обычная такая фиолетовая. Так, сзади теплицы обновила, посеяла щавель. Видите, уже пошел перец. Здесь посадила 4 кустика кабачков. Это 2 белых кавили и 2 цукини зеленые. Решила, не буду сажать много, потому что реально их девать некуда. Ведрами собираешь и думаешь, куда же деть, и жалко выбросить. В общем, решила, мне 4 вообще через глаза хватит на мою семью. А это разрослась не трава, это петрушка корневая. Вот такое поле у меня, представляете? Так, здесь кукуруза. У меня 4 сорта. Нет, 3 сорта здесь. По 4 штуки посажено. Ну, выглядит, в принципе, неплохо. Смотрите. Кустики хорошие. Чтобы для вас видео не было утомительным, я его разделю на 2 части. А я желаю вам всего самого хорошего. Ждите продолжения. И всем пока!